Всем привет! Сегодня у нас вот такая вот небольшая посылка. Это посылка с AliExpress, и я ее очень ждал, потому что это петля Глисона. Вот. Вот так она выглядит. Эта петля, она необходима для того, чтобы вытягивать позвонки шеи. Получается, если позвоночник обычной спины мы можем растягивать немного для улучшения состояния кровообегу, мы можем растягивать с помощью турника, то вот шею уже с помощью турника сильно вообще не растянешь. И вот такое вот приспособление нужно. Давайте посмотрим на него. Вот так это все выглядит здесь. Смотрите, сколько. Так, коробку мы посмотрели. Вот такая вот, я так понимаю, гарантия. Инструкция, как подвешивать. Видите, под подбородок это вешается. Вот, и получается сумочка должна быть, или что это? Или просто так что-то не так нарисовано. Наклейка, я так понимаю, тоже гарантия какая-то. Тут все на китайском, ничего не понятно. Ну, ничего страшного, я думаю, мы разберемся. Итак, идет вот такой вот крюки. Все металлическое, но я бы не сказал, что так сверх там классный металл. Вот обычный лист железа какого-то типа, ну не оцинковки, наверное, вот тут алюминий. Не, это не алюминий, это какая-то сталь. В общем, не знаю я состав. Вот, но вот это вот показывает усилие, какое мы прикладываем. Я сейчас попробую, покажу все как, но сильно я тянуть не буду. Я попробую как бы все собрать воедино и попробую указать. Ага, вот это вот получается, вот этим мы цепляем на крюк и вот этим вот подкачиваем, как нам, чтобы нас подняло. Вот, а потом, когда уже процедура окончена, мы потихоньку опускаем. А, ну даже сразу опускает все. Получается, даже если мы натянули, надо отпускать. И оно под нашим давлением будет отпускать вот этот вот шнурок. В общем, ну, устройство такое прикольное. Давайте посмотрим на чехольчик. Вот эта вот часть вешается на шею. И она сделана изнутри, покрыта такой, как марля, вот, желтого цвета. Ниточки не торчат, и, ну, на удивление, она хорошо сделана, вот. Сшито все приятно, никаких там торчащих ниток. И вот с наружной стороны вот так она выглядит, и вот здесь она липучечками застегивает. Вот, сейчас я попробую конструкцию собрать, из какого-то ракурса снять, как это выглядит, для того, чтобы у вас было понимание. Но пробовать я там щелкать это не буду пока, потому что нужно быть осторожным с такой штукой, я думаю. И в принципе здесь она безопасная, потому что горловину эту по-любому можно снять. Но поскольку мы голову немного подвешиваем вверх, и я думаю, лучше в целях безопасности, чтобы когда пользоваться, вы же позвонки когда открываете, увеличивается кровообращение, может давление попасть, там подняться или упасть. И в целях, в общем, безопасности я советую этим приспособлением пользоваться, когда кто-то есть дома, то есть дополнительно помимо вас кто-то еще есть. Вот, ну давайте я попробую, поменяю ракурс, и мы уже посмотрим, как это работает. Собираем по инструкции, мы собираем вот это вот, продеваем вот сюда и ставим в замок. Получается, здесь специальные такие вот петли, которые ставятся в замок, получается. Так, чуть-чуть открыть, поменять. Вот так. То есть мы сняли в замок, и под нашим весом с двух сторон вот это вот будет натягиваться. В принципе, вот мы уже все собрали. Подвешиваем этот крюк куда-нибудь наверх. Вот этот крюк куда-нибудь наверх подвешиваем. И уже остальная схема, вот это вот наш
наша петля будет, можно ее в принципе повесить в одно место куда-нибудь и приходить просто защелкиваться на вот эту вот липучку, защелкивать здесь голову. Ну, я попробую сейчас где-нибудь это все присобачить. В общем, я не нашел в квартире, где подцепить какой-нибудь карниз или еще что-нибудь, чтобы выдержало меня. Поэтому решил, что покажу все-таки, как оно выглядит так, покажу принцип, а потом уже буду искать, и где и что, как, где зацепиться это. Вот так это выглядит этот чехол, когда одет он на вас. Вот, ушки, место для ушек есть, но у меня они немножко загнуты получаются. То есть, так у меня ушки, их нужно... Да, то есть чтобы, ну, слышать в принципе. Вот, далее идет вот это вот крюк такой, мы его, то есть вот этот чехол он надевается на этот крюк, выше мы его уже зацепили на вот. Получается, вот так это выглядит. То есть вот этим крюком мы где-то зацепляем. И далее просто одной рукой мы подтягиваем голову, да, то есть чтобы видно было. То есть, ну, как бы я рукой это где-то зацепиться нас. И получается, голова начинает вытягиваться. И как только процедуру мы закончили, мы вторым шнурком, который только что отпал, вот, спускаем вниз. Вот, сразу она отпускается сильно, видите? Сразу зеленая нитка появилась, то есть она натягивает. То есть одной мы натягиваем, второй мы спускаем. Сейчас я вот здесь шнурочек, вот он отсюда выпал просто. Вот, не был затянут. Вот, поскольку... Ну, в общем, это небезопасная штука, если, ну, по моему мнению, сува, может кто-то пользуется и самостоятельно, но я настоятельно рекомендую, чтобы кто-то был дома вместе с вами, когда вы будете пользоваться этой штукой, и, ну, кто-то вам помогал. Это раз, во-вторых, вот как шнурочек отпал, и что, и как спустить, а если вы руками не дотягиваетесь и так далее, да, то есть, чтобы спустить и все, вы заложник, получается, этой петли станете, и будете висеть, пока кто-нибудь не придет. А если ключи только у вас, что все получается. Вот, ну поэтому как бы в целях безопасности однозначно по-любому должен кто-то с вами присутствовать. Вот так это выглядит, и реально это должно помогать, потому что я на процедуры когда ходил, вытягивали шею петлей Глиссона, вот сразу было облегчение в позвонках, в шее, вот, и поможет с протрузией. Единственное, что нужно, найти место, где это все подвесить, ну и естественно, чтобы кто-то был дома. Все, на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!